У меня в кладовой стояло варенье, решил использовать его для приготовления вкуснейшего домашнего десерта. Обязательно рекомендую вам рецепт пирога, как приготовить домашнюю выпечку с вареньем. Готовый пирог нарезаю кусочками прямоугольной формы, что больше похоже на батончики. Можете использовать любое варенье, которое у вас есть, абрикосовое, малиновое, смородиновое, клубничное. Выбирайте такое, чтобы было меньше сока и больше мякоти. Ешьте пирог после остывания. 1. В миску насыпьте 1 стакан муки, добавьте овес, соду и перемешайте. 2. В другой миске смешайте коричневый сахар и сливочное масло. 3. Взбейте все миксером, затем вбейте куриное яйцо, добавьте арахисовое масло, ванильный экстракт. 4. Взбейте все содержимое миски миксером. 5. Добавьте мучную смесь в масляную. Перемешайте тесто ложкой. Если оно слишком липкое, добавьте еще, -1/2 стакана муки. 6. Застелите форму для выпечки пергаментом, выложите большую часть теста и разровняйте его в один слой. 7. Выложите поверх теста варенье, примерно, стакана. 8. Оставшийся небольшой ком теста порвите руками и выложите поверх варенья, а также добавьте арахис. 9. Отправьте пирог в разогретый до 170 градусов духовой шкаф на 30-40 минут. 10. Оставьте готовый пирог до остывания, затем острым ножом разрежьте его кусочками. Храните пирог около 4 дней при комнатной температуре.